и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Чужой земли мы не хотим ни пяди, мы и своей вершка не отдадим. Будет бить повсюду и везде, тогда нажмут
Вася Васин, как ни странно, на такси шофером был. Пассажиром постоянно Вася в шутку говорил: если вам прийти сам, Вася Васин ведет, это значит, что вам удивительно ведет. Потом в конце дороги такси остановив, подводит он в итоге по счетчику тариф. Настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эй, длинная дорога, короткий разговор. Он теперь с военным стажем, у танкиста грозный вид. Но и нынче экипажу Вася в шутку говорит: если вас выйти сам, Вася Васин ведет, это значит, что вам удивительно ведет. Дорогой много кочек, и выбоин миллион. Хоть стукается очень, но все же шутит он. Настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эх, длинная дорога, короткий разговор. В сражении ураганом налетел на вражий танк. 40 метров все тараном, и кричал он немцам так: если вас нынче сам Вася Васин везет, это значит, что вам удивительно везет. И дальше он за пушки, прорвавшись на вокзал, сразил при вражьих пушки и сам себе сказал: настукал счетчик много, сначала до сих пор. Эх, длинная дорога, короткий разговор.